Представьте, что у вас пазл, который состоит из 9 элементов. Они разрознены. То есть у вас есть пазл, который касается закупок. Там один ресурс, коммуникация и так далее. А вот с помощью интеграции вы собираете этот пазл в картину. То есть пока у вас нет интеграции, пока у вас нет вот этого действия, направленного на объединение разрозненных элементов в одно целое, у вас нет проектного менеджмента, у вас есть управление разрозненными задачами.